Ну вот 6 мешочков смело грузится, и колеса даже не накачанные. Это вот резина с кары, даже без камер, просто диски одетые. Да держат, мама, не горюй. Мужики, всем привет. В общем, поеду сейчас вырою 2 рядка картошки и буду копать один рядок самодельным, вот таким вот, как это назвать, веерной копалкой, да? А другой рядок буду копать заводской. Вот в таком исполнении. Это пруты, просто приваренные к 330 стреле. Я ее уже несколько лет копаю. А это вот у меня только появилась штука в этом году. Ну так, по чуть-чуть. Но тем не менее, хочу сравнить, что лучше выкидывает, это или это. Я имею в виду из веерных копалок. Лопаты, грохоты не в счет. В общем, давайте поедем и посмотрим. Так, ну одну скинул, вот этой первой пройдусь, а потом поставлю, той пройдусь. Вот, как-то так. Вот эти два рядочка сейчас выроем. Так, ну вот так вот получилось. Не то, чтобы тут, конечно, рясно было, но тем не менее картофан есть. В землю не лезет, там вообще земля до того плотная и тугая, что даже копалка не лезет. Как-то так. Сейчас поставлю другую. Так, поставил вот такую самодельную. Она так поположе будет. Не такая крутая, как эта. Ну, сейчас посмотрим. Раньше были здесь еще доварены у меня по центру. Здесь прут. Здесь. В общем, было дофига и густо. А, еще и вот здесь вот шли. Я их прорядил. Прорядил. И вот эти края, они торчали вверх. Я их завернул вниз. Но это в прошлом году. Все, пробуем. Повторюсь. Ширина 330 этой стрелы, это самая большая. Здесь, если честно, я не мерил, но попадается резаная картошка. Несколько штук все-таки порезал. Здесь он немножко туповат, поэтому сейчас посмотрим. Так, ну пробежался, но это не так разворачивает землю, не так глубоко, будем так говорить. Вот, ну тем не менее, картофан наверху по большей части.
Вот он весь. Картофанчик. Как-то так. Сейчас будем выбирать, смотреть, как он ее поднимал. Всю ли поднял, или все-таки в земле еще много остается. Итак, друзья, выкопал два рядочка как раз таки. И не знаю, больше понравилось вот этим копать. Во-первых, широкий захват и не так разрывает, не так разворачивает землю, а картофан поднимает, ну, практически весь, практически. Этот сильнее ее разворачивает, ну, из-за того, что здесь вот все это дело вот так вот вылезло, хотя он развернут полностью. Маленькие вот эти вот, да, расстояния. Картофан выворачивает весь. Ну, получается, много нужно загребать обратно. Вот, а это, не знаю, больше что-то понравилось. Не знаю почему. В общем, буду еще сравнивать на вот этом поле. Вот. Здесь как-то, здесь немного метров, метров 12 где-то. А 12 метров это ни о чем. Только загнал плуг в землю, уже надо останавливаться. Как-то так. Как-то так. Ладно, на этом буду заканчивать. В общем, сравнение такое небольшое. Все это такое серое, не видно, да, ничего. Сливается с землей. Ну, ничего страшного. Все, всем пока. С вами был Санек. В общем, непонятно. Для меня пока не ясно, непонятно, что есть хорошо. Из веерных мужики, копалок. Как-то так.